Казахстанским военнослужащим поднимут жалование и обеспечат жильем, пообещал министр обороны Сакен Жасузаков. По словам главы ведомства, сейчас ведется активная работа с правительством, проводятся нужные совещания с участием Бакыджана Сагинтаева и составляются расчеты. Не оставил без внимания министр и профилактику экстремизма в казахстанской армии. Сейчас в рядах вооруженных сил введена должность офицера по идеологической работе. С новобранцами работают психологи. О чем еще говорили в стенах Мажилиса, знает наш столичный корреспондент Анвар Шалькенов. Он сейчас на прямой связи со студией. Анвар, добрый вечер. Расскажите, как сегодня прошел правительственный час с участием министра обороны Сакена Жасузакова? Добрый вечер, Рашид. Сегодня все прошло не как обычно. До своего доклада перед депутатами министр обороны подготовил специализированную военную выставку. Народные избранники в спешке осматривали ружья, автоматы и пистолеты. Стрелять, конечно, в стенах Мажилиса никто не позволил, но в руках подержать все же получилось. Ну а после начались дебаты, точнее диалог между министром и парламентариями. Так немалоизвестная мажилисвумен госпожа Хаменова поинтересовалась у Сакена Жасузакова, почему молодые парни так неохотно идут в армию. Глава оборонного ведомства сообщил кратко. Дисциплина есть, дедовщины нет. Ежегодно из-за беспричинного насилия над солдатами молодые возвращаются на родину убитыми. Следствия прикрываются под предлогом самоубийств. Однако выясняется, что солдаты погибают в результате зверского обращения. Поэтому матери не хотят отпускать своих чад в армию. Вот в таком коллективе, если командир роты работает, замполит работает, сержант работает, проблем с дисциплиной нету. Правильно. И мы сейчас, я откровенно говорю, солдатами срочной службы все условия созданы. У нас сейчас немножко есть проблемы с военнослужащими по контракту и офицерами, но не в служебное время, а после службы. И все-таки не дедовщина, насколько мне известно, была главным предметом дискуссии. Что сказал Жасузаков по поводу недосдачи в 15 миллиардов тенге в Министерстве обороны? Да, об этом тоже говорил Жасузаков. Сейчас ведется проверка счетного комитета и специальных органов. Он заявил, что часть денег будет возвращаться после судебных разбирательств. Сейчас около 800 исков, а это почти 90% удовлетворено судом Астаны. Из 15 миллиардов тенге по 12 миллиардам имеются судебные решения. Более 40 человек осуждены, к виновным лицам применяются меры. К слову, Владимир Башко сравнил отчет счетного комитета и министра обороны с романом Льва Николаевича Толстого «Война и мир». В 2015 году была выявлена недосдача в размере 15 миллиардов тенге. Это говорит о том, что не контролируется ведомствами республиканский бюджет. Какие меры предпринимаются по данному делу? В данной ситуации, как вы сами отмечаете, средства выделены от Министерства обороны. По данному факту проводятся работы. А еще депутаты поинтересовались у Сакена Жасузакова, почему казахстанские военные не доедают. Народному избраннику Альберту Рау не понравился ежедневный паек военнослужащего. Сейчас он составляет 1225 тенге. Министр обвинил в недоедании подрядчиков, мол, это они демпингуют цены, то есть отпускают товары по сниженной стоимости. Министр ответил, а Владимир Башко потребовал разобраться. Ну и самое главное, Жасузаков пообещал решить квартирный вопрос военнослужащих и поднять им зарплату. Выяснилось также, казахстанские военнослужащие в мечеть не ходят, а среди призывников нет приверженцев радикальных и других течений. С новобранцами, оказывается, работают психологи. В общем, работа по патриотическому воспитанию проводится на должном уровне. Так сказал сам министр. И напоследок, чем еще сегодня запомнилась официальная Астана? Багдатом Мусиным. Он сегодня заявил, что в Казахстане уменьшилось число суицидов. Глава комитета по правовой статистике и специальным учетам вообще последние 3 месяца, как пришел на эту должность, презентует различные проекты и стал главным ньюсмейкером информационных лент. Кстати, комитет по правовой статистике и специальным учетам при Генеральной прокуратуре отмечает свое 20-летие в эти дни. Сейчас предлагаю посмотреть нашим телезрителям сюжет, который мы подготовили. Звездный час молодого и перспективного Багдата Мусина. Сегодня своим коллегам он презентует новый проект. В комитете по правовой статистике и специальным учетам успели даже дать название «Единая база административных штрафов». С помощью этого устройства любой автовладелец на месте сможет оплатить штраф, узнать свои правонарушения и долги перед государством. Достаточно ввести ИИН. Вот это устройство, я думаю, скоро будет у всех полицейских
ценится выше, чем пистолет, выше, чем их табельное оружие. Почему? Потому что через это будет все оформление идти всех документов, и все будет интегрировано именно сюда. Здесь я могу ввести свой ин. Это вот пример дорожной полиции. То, что дорожный полицейский стоит на дороге, он будет иметь такое устройство. Мы уже договорились с Акиматом от Астаны. Вообще, с приходом Багдата Мусина началась модернизация ведомства. Буквально несколько месяцев назад председатель комитета рассказал о поддержке отечественных бизнесменов. Для них придумали специальную программу «Комкор» и призвали предпринимателей знать свои права. В первую очередь мы решили создать вот это приложение «Комкор», которое, по нашему мнению, очень полезно будет иметь для бизнесмена. То есть каждый бизнесмен, у которого есть смартфон, а таких, в принципе, я думаю, 90-95%, они могут закачивать приложение и через приложение быть информированными о предстоящих проверках. Если же проверяющий пришел на порог, но информации в нашем приложении нет, то это значит, что эта проверка незаконна. То есть он может сразу же нажать кнопку «Пожаловаться» в нашем приложении, указать необходимые сведения, и мы сразу же будем, как говорится, принимать меры. Камиля Ислямова – предприниматель с огромным стажем. О нововведениях от Багдата Мусина слышит не первый раз. Женщина уверена, проект «Комкор» поможет бизнесменам защитить себя от мошенников. Я очень рада, что наконец-то появляются такие приложения, которые могут обезопасить где-то и защитить нас, бизнесменов. Также сокращает риск коррупции и рейдерства. То есть, если ко мне придут с проверкой, я всегда могу проверить по приложению, когда на самом деле она должна быть. И, допустим, если они ко мне пришли раньше положенного срока, тогда я могу просто им сказать, что извините, но сегодня вы не можете провести свою проверку. Сегодня же стало ясно, что в Казахстане наблюдается снижение суицидов. Об этом тоже рассказал Багдат Мусин через страницу в социальной сети. По информации Мусина, в первом квартале 2017 года было зафиксировано 850 случаев, тогда как в прошлом году цифра была 931. Вообще, глава комитета предлагает определить специальный госорган по борьбе с суицидом. Только как это ведомство будет работать, Мусин не сообщил. Еще одно новшество, которое предлагает Багдат Мусин, это единая информационная база, благодаря которым адвокаты смогут узнавать правонарушения своих подзащитных. А что касается базы административных штрафов, то ее внедрят в Астане с 1 июня. Анвар Шаликенов, Кобланды Утигенов, телеканал Алматы, Астана.